Илья Ильф, Евгений Петров, 12 стульев. Полная версия романа. Без изъятий купюр. Посвящается Валентину Петровичу Катаеву. А читают Алексей Богдасаров и Алексей Кортнев. В 10 часов утра великий комбинатор вошел в Варсонофьевский переулок. Впереди бежал давешний беспризорный мальчик. Мальчик указал дом. «Не врешь?» «Что вы, дядя? Вот сюда, в парадное!» Бендер выдал мальчику честно заработанный рубль. «Прибавить надо!» — сказал мальчик по-извозчичьи. «От мертвого осла уши! Получишь у Пушкина! До свидания, дефективный!» Остап постучал в дверь, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамочками он предпочитал вдохновение.